Приветствую вас. Основная проблема здесь в том, что вы полагаете, будто в этом конфликте, который у вас произошел, ответственна только ваша жена. На самом деле это не так, потому что за это ответственны еще и вы. И проблема не в том, что ей кто-то написал. Проблема, да, отчасти в том, что она реагирует не совсем корректно, но основная проблема все же немножко в другом, а именно в том, что у вас есть определенная дисгармония в отношениях. И, соответственно, основная задача ваша признать, взять на себя ответственность за эту самую дисгармонию. Вот. Ее необходимо скорректировать, и тогда отношения наладятся, потому что семейные отношения — это система. Но для этого важно понимать, что именно вы, сами вложили, какой именно вы внесли вклад в дисбаланс отношений с женой. Вот. Это ключевой момент в данной ситуации. Потому что вы будете, например, требовать от своей жены, к примеру, значит, ну, если вы будете требовать от своей жены, к примеру, чтобы она, значит, обратилась там к психологу, чтобы она там еще что-то сделала, да, вот, ну, ничего хорошего из этого не получится, мягко говоря. Вот, и, соответственно, кроме как того, что вы настроите ее против себя, ну, да, ситуация не изменится, по сути. Вот, поэтому вам необходимо именно на это обратить свое внимание, в первую очередь, на свою ответственность, на свой, собственно говоря, вклад. Вот. Если вы это сделаете, то появится реальный шанс, реальная возможность для того, чтобы отношения может быть даже улучшить, вот. Такая вот история. На мой взгляд, вам, именно вам не хватает уверенности в себе, вам не хватает, вот именно, знаете, я бы сказал как, вам не хватает не какой-то вот такой мужественности, да, а именно вот уверенности, то есть вам не хватает именно что твердости вам не хватает, на мой взгляд, вот, но это, в принципе, сделать вполне реально это подкорректировать, вполне реально это, как-то вот выправить, если вы хотите. Еще раз повторюсь, это работа над собой. Это не работа с вашей женой. И, соответственно, то, что вы делаете сейчас, да, вы перекладываете на нее ответственность, на мой взгляд, это далеко не лучшее решение, на мой взгляд, это далеко не лучшая идея, перекладывать ответственность на человека за то, что как бы вы оба создавали. Вот. Такой вот ответ, я надеюсь, что помог вам, значит, будет лучше, если вы попытаетесь вспомнить
пытаетесь отследить, какие моменты у вас с вашей женой могут быть слабыми, да? Вот. И какие могут быть проблемы лично у вас, и вот с ними как раз-таки уже и работать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи!